готовы к Николаю Баскову, к первому пришествию, к третьему, к пятому, к десятому. Александр Малинин. Как бы сказать. Я проголосую за Леди Гагу, потому что я рад, что она досталась не мне, на самом деле. Все-таки нью-йоркский парень в тебе сильнее, чем деревенский. Я знаю, что я бы точно никогда бы не сделал. Леди Гагу. Спасибо, Никита. Эмми, вы начали улыбаться. 8 баллов. Романс господина Малинина. Это очень сложный, Никита, я считаю, для вас образ, потому что вы не романсовый певец, вы все-таки рок-певец, поэтому это сложно, и вы с этим справились вокально, по крайней мере, справились однозначно. Господи, посмотрите, совсем на чуть-чуть, на какие-то баллы отстает. Александр Кривошапка, Настюша Задорожная, Надюша Дорофеева и Димон Калиденко. Никита Пресняков, Ирма Витовская и Надя Мехер. Ваши овации. Четверо финалистов шоу «Must Go On». Внимание, господа, очень важное сообщение. Вы обратили внимание, что на сцене нет кнопки. Нет кнопки по условиям нашего проекта. Каждый из финалистов имеет право выбрать. Наконец-то вы сами для себя выберете образ, с которым вы выступите в следующее воскресенье. Это справедливо, это честно, потому что вы будете готовить его сами, вы выносите его на суд и телезрителей, и ваших коллег, и жюри, сами за него отвечаете и получаете оценки. Мы теперь, кроме того, что беремся этот образ, в этот образ вас поместить, больше ни за что ответственность не несем. 200 тысяч гривен – большая сумма, поэтому бороться за нее надо будет самостоятельно. Следующего воскресенья мы обнуляем. Счет, каждый из вас заходит с цифрой 0. Аплодисменты финалистам шоу «Must Go On»! Надежда Мехер, Ирма Ютовская, Никита Пресняков, Тимур Родригес. Они это заслужили. Целых 10.